Всем привет, вы находитесь на канале Фазгор ТВ, мы с вами продолжаем Skyrim, Эльсвейр. Я тут кое-что узнал, мне стало просто интересно, я пошел изучать страницу на Нексусе у этого конкретного мода, просто чтобы понять, насколько он большой, что он вообще из себя представляет. Блин, оказывается, я вот думаю, почему здесь так все странно с построением локации, да, почему мы просто ходим по туннелям, убиваем обычных там пауков, которых перекрасили в зеленый, что с озвучкой, почему она не такая хорошая, как в каком-нибудь, как назывался тот другой мелкий мод, который мы проходили, ну, вот буквально недавно это было. В плане Skyrim, я имею в виду. А оказывается, это просто один из самых первых модов, ну, именно квестовых, которые вообще когда-либо сделали для Skyrim. И поэтому здесь все такое не до конца современное. Sky, хватит ломаться. Sky. Успокойся. Так что, как-то так. Имеем с этим дело. Так, нам нужно... у нас есть гость к обеду и внезапное нападение. Внезапное нападение — это сюжетное задание. А вот гость к обеду Эридор достаточно доверяет мне, чтобы рассказать о проблеме. Похоже, в окрестностях Тенморского святилища видели Слоада. Оказывается, мифические Слоады реально. Нужно помочь выследить его и уничтожить. Мне нужно встретиться с Шелковой в святилище. Она следила за Слоадом. И это, к сожалению, находится не так близко. Ну, типа, надо просто вернуться обратно. А тут полноценной карты нет. Потому что вот как раз, да, опять же, один из элементов, который меня также заинтересовал, почему Эльсвейр считается как будто бы интерьерной локацией. Я открываю карту, я вижу вот это, а не отдельную карту. Потому что сейчас как раз все делают все через отдельные карты. Там Брума какая-нибудь, она будет отдельной локацией, как... Какой-нибудь... Кто? Солстейм? Да, и трупы никуда не планируют отсюда, конечно же, пропадать. Ну, а кто их будет убирать? Никто. Ну, типа, здесь, тем не менее, симпатично. Просто мне, наверное, немного не нравится, что даже вот дальше нужно будет идти по основному заданию. И там опять тоннель. С пауками. Я надеюсь, что как-то все-таки эта история будет поразнообразнее. Ну, посмотрим. Пока что идем охотиться на Слоада, получается. Вот эти штуки меня пугают. Так, а здесь надо... в другое место. Вообще, мы тут еще не были. А, это сторона, в которую я подумал, типа, может быть, пойти, и в итоге так и не пошел. Блин, почему здесь везде вода? Почему они не построят какие-нибудь дорожки? Те же деревянные, там, я не знаю, какие-нибудь мостики. И неудобно же ходить. Хотя им, наверное, пофиг. Тут все как-то на природе держится. Что это за звук? Это какой-то нехороший звук. Так, тут у нас есть... Забыл, как зовут динозаврики эти. Ну да, здесь как-то больше не каджиты. Господи, какого черта? Они еще и крупные. Куда стрелы уходят? Так, ну тут, по идее, сами разберемся, нет? А, шелковая это... Ты шелковая?
А где он сейчас? He's at our ancestors' burial site, deeper in the cathedral. I cannot go there in anger. You must go and find the slot. А если я туда пойду, это ничего, да, не сделает плохого? Так, а где это? Опять же, запутаться. Так, это Талмарца. Назад. Тут все-таки дикость немного, да? Куча захилисков. Иди к черту. Сейчас я стрелы нормальные возьму, какие-нибудь эльфийские, например. Мне как-то пока Эльсвейр напоминает окрестности Солстейма. Где тоже просто любая хрень была готова на меня напасть. Что и делал, собственно. Там справа был паук. Что там происходит? Или это слот так топает? Не пойму. Воу. Да, это не Скайрим. Это определенно не Скайрим. Ой. Так, ну эти твари никогда не были хорошими. А ты не получаешь, тебе плевать на стрелы. Я догадался, да. Офигеть, надо найти место, куда он не сможет залезть. Например, вот сюда. Так, и что? О! Есть контакт, животик у тебя. А голова? А голова нет, интересно. Слушай, ты... Да, это же слабенький, просто... Почему ты бьешь огнем? Ну иди сюда, давай. Ага. Он не умер. Он умер, но не умер. Какого черта? Что с тобой происходит? Или тебя нельзя просто так убить? Ага. Друг. Я как бы все прекрасно понимаю. Но тебе это пора на покой. Почему у него все восстановилось? Вопрос. Охренеть. Нет, куда ему луком стрелять, я вообще не понимаю. У него типа где-то вот тут хитбокс есть, вот, да. Голодный Малсату, ты отвянешь от меня или нет? Как тебе огонь? Нравится? Дай-ка угадаю, ты опять не умер. Почему? Почему он просто не может умереть? Почему твоя проблема?
Мне удалось встретиться с Шелковой, она оказалась похмаром, она сказала, что Салават поселился рядом со священным захоронением каджитов. Похоже, он замышляет какие-то темные делишки. Это... потрясающе. Почему я не могу его убить? Что если... все пошло немного неправильно, и на самом деле надо с ним поговорить. Было, а не убивать. Но он же замышляет какие-то темные делишки. Так, давай ради интереса. Выглядит так, как будто бы он квестовый персонаж. Ой, привет. А квестовые персонажи, с которыми надо разговаривать, их как бы нельзя убить. Но он не может перестать на меня теперь агриться. А у меня даже, наверное, нет никакого автосохранения. А, ну вот первое логово с Влада можно попробовать загрузить. Если что. Потому что, да, сейчас он меня будет просто хейтить. Говорить я с ним не могу. Просто проблема в том, что и убить я его не могу. Так, хорошо, возможно, фишка немножко не в этом. Я как-то был уверен, что я иду просто его убивать. Ну блин, вот эти твари темные, они же будут на меня нападать. Ну и просто посмотрим, вот что будет, если я просто встану как бы вот сюда. Друг. Что здесь происходит? Это что это? Малшика Малшоту, I am the significant, and you are insignificant. Bow now, hairy one, and you may yet survive the first course. Малшота, Малшота, I am hungry, and the dinner is served. Нет, ты безумец. Insanely hungry. For 50 years I have planned this excursion. I will eat all in this forest. And you will serve me my dinner, little one. Я не буду ничего такого делать. Insignificant servant. Disobey me, slave, and I will release a disease worse than the Thracian plague. Malsano, Malsatego. Почему я не могу просто тебя убить? Ладно. Может, мы его как-нибудь отравим? Как по мне, идея. Ну, он хочет еды, я принесу ему еды. Просто не самый свежий. Блин, грустно, что на Эльсвейре неким питаться. Тут толком бандитов нет, тут все зверье. Надо было каджитами, наверное, закусить, которые были на переезде. Вначале. Ау! Пошел ты! Преследовать они меня еще будут. А, вернуться надо к Эндору, то есть... самое начало. Ладно. Как скажете. Тут нет прохода. А, эти камни... нет, нормальные камни. Хорошие камни. Да, та еще задачка, конечно. Нет, возможно, Слауда просто нельзя убить вот... оружием. Есть какой-то другой способ.
Вообще, конечно, странно, да, ты заходишь в пещеру, видишь двух темных духов, которые обычно всегда даже не... Почему враги здесь? Ты видишь врагов, которые обычно, ну, не, вообще никогда не бывают дружелюбными, а тут они вот внезапно нейтральные, не трогают тебя просто так. И огромная туша Суаада, которая похожа на безмозглого тролля. Но при этом он хочет есть. Конечно, интересно получается. Что мы будем делать? Оно двинулось. Самое, пожалуй, веселое во всей этой ситуации — это бегать сейчас туда-обратно. Будет очень забавно, если он скажет: ну иди, добудь ему еды, он же попросил. Я говорю, я предлагаю травануть его. Мне кажется, это отличная идея. Если у него нет какой-нибудь там неуязвимости к травам, к ядам. Друг. А, ну кстати, ты же алхимик. Сло шантажирует нас. Если мы не принесем ему еды, он напустит чуму на лес. We will feed him, and he will stay for a century or more. He will grow very, very big. Big enough to eat Mirabel, yes. Я так понимаю, что он подстроил распространение этой самой чумы каким-то магическим способом на случай, если мы убьем его. Yes, but magical? No. Thracian plague is very resistant to magic. The Slod must be hiding living infected animal somewhere in the forest. Значит, мы сможем противостоять ему, если найдем это существо? Yes, but his mighty magic is hiding it. Eridor have idea. You could bring me some hyena meat and jungle queen venom, yes? Подожди. Чего тебе принести мясо гиены и смертельный яд королевы джунглей и принести Эридору? Королева джунглей валяется там вот на проходе, а вот мясо гиены... Я не видел здесь гиену. Это проблема. Может быть, дальше будут. Тут сплошные захолиски просто. И вот королева джунглей как бы здесь лежит. Это же королева джунглей. Смертельный яд. Но... А, ну тут есть и детеныши. Как бы у них у всех смертельный яд. Хорошо, а гиену я, наверное, не осматривал. Да... Так, ладно, тогда пока можно, наверное, сходить сюда. Гиен-то больше нигде нет. Может быть, они будут дальше. Гиены были там в начале, в самом. Я же их не освеживал. Просто не нужно было. Так, есть здесь какая-нибудь дрянь? Наверняка же есть. Внезапное нападение. Мэрор попросил меня позаботиться о базе талмарцев в этом районе. Она находится в Pillar Falls. В целях разведки мне нужно найти приказ вражеского командира. Это я умею... Ой, талмарцы, кстати. Талмарцев можно и... Тихо. Блин, какие-то вы не поддающиеся, да, моему стелсу? Раз, два, три... Да, они... Довольно серьезные ребята, но здесь есть тролль... Да, конечно. Имгабугай. Хочешь поразить меня? Это невозможно. Тебя невозможно поразить? Хорошо. Смотри, мадам. Получай удовольствие. Ты что там стреляешь? Не долетело чуть-чуть. Хотел попрактиковаться с двуручкой. Блять.
Вау. Вау. Нет, Таумарса магии это круто, конечно. Так, а в чем проблема? Почему нет огненного дыхания? У меня тоже есть огонь просто. И лук Ауриэля. Потрясающий. Попитался, блин. План, конечно, был вообще в другом. Хорошо иметь с собой мелкие зелья. Как раз на такой случай. Мастер спел ты решил закастовать? Успехов себе с этим. Хватит. Меня стрела в заднице. Хватит. Так, надо убрать кровотечение, а то как-то неприятно. Блин, они какие-то... Какие-то глазастые слишком. Тут, конечно, еще ярко и... Можно было ночью пойти, а тут и ночью это не сработает особо, потому что ночью довольно яркий из-за звездного неба. Жалкий человечишка. Чего ты там? Покончишь? С кем? С чем? Так, а на мне, наверное, данс. Меня опять спало... Каждый раз почему-то это происходит. Зато локпикинг на мне теперь постоянно работает. Так, повышение. Атаки. Или критрейт. Нет, вот это. Ну, может, у них сейчас что-то новое еще есть. Посмотрим. Валенвудский боевой лук. Быстрее восстанавливается крик. Ну, я их все соберу. На всякий случай. На 20% более эффективно лечение. Так, приказ капитану. Можно сразу прочитать. Капитан, вы назначаетесь на должность командира корабля «Воюющая Банши». Теперь вы в ответ... Или «Воющая», «Воющая», наверное, «Банша». Теперь вы в ответе за душу каждого члена вашего экипажа. Ваша цель — прибыть в Лестонмар, обосновать там лагерь и найти источник сбыта лунного сахара из этой местности. В вашу юрисдикцию входит право на принятие любых необходимых мер для достижения цели. Настало время показать бунтовщикам, что их ересь не сойдет им с рук. Бунтовщикам. Это их земли. Таумарцы буквально как всегда. Я... О! Улучшение скрытности. В этой ситуации пока не помогает, но хорошо. Почему они должны... Что... Вот постоянно таумарцы приходят на не свою территорию. И такие, блин, давайте захватим это место. Не должны вообще здесь, просто они офигели, они живут на своей территории, да какое право они имеют? Выбешивают меня просто тотально. У них у всех эти амулеты есть? Damage resistance, 20% больше защиты с щита. И Мегабугай ген здесь не было. А может, я могу купить? Никто не продает мясо гиены, случайно. Так. Я застрял. Ну, как бы есть новости. Мировар. Блин, как с тобой разговаривать? Ты такой высокий, я вообще... Я позаботился о Таумаре. Грег, show me those papers. Interesting. It seems like this mission was more dangerous than we thought. Что удалось узнать в ходе разведки? Кулан is looking into it. Мервар asked him to report to you at your Pride Rock hideout. В свое убежище? Чего в свое? У меня нет своего убежища здесь.
типа, вначале он ждет. Блин, друг, но я не знаю, где мясо гиены достать. Найти мясо гиены — смертельный яд королевы джунглей. Амир, рад тебя видеть. Ну, ты говорила, что ты чем-то торгуешь, но почему-то ты ничем не торгуешь. Мне это огорчает. Ладно. Да, у меня еще последнее кормление продержится только еще на несколько часов. Но у меня есть... Или уже нет? А у меня уже и нет. Были у меня бутылки с кровью. Увы, но это не мор. Я могу мясо речного краба принести. Крабовыми палочками накорним с воды, не знаю. Смертельный яд, главное, сработал бы, я так понимаю, вообще с любого. То есть у них у всех он есть. Ну, у любого паука можно собрать яд. А тут есть и детеныши, и королева джунглей, но королева джунглей здесь почему-то все. Просто есть детеныши еще не дороже, а есть прям конкретная такая королева. Но разницы, я так понимаю, у них в яде нет никакого. Так, куда мне? Куан. Так, это получается сюда. Наверное. Блин, друг, а ты не торгуешь? Да. Странник же. О, а чем торгуешь? А ну-ка. Скума. Скума и куча снаряжения, которое мне не нужно. Ну ладно, пока. Господи, как меня манекены сейчас эти напрягли. Это уже паранойя. Тут, кстати, можно, да? То есть это типа мое? Вот это типа мое убежище? Ну, видимо, пустые сундуки. Спать только негде. Ну, мне и не надо. Вау, краткая история империи. Привет. Эти огромные каджиты меня напрягают. Как хорошо, что в Скайриме их нет. Это была бы полная жесть. Кулан? Ты Кулан? Yes. Кулан welcomes you to the deck of the waning moon, your personal airship. В самом деле, ты даешь мне это? Кулан cannot give to you what is not his. You shouted it down from the sky above. It is yours by right of the hunt. Ты преувеличиваешь. А что с тем юстицаром? Newell's wire spies trapped him north of here, close to the city of Dune. That damn Delph is raiding our caravan supply posts. He must pay for his crimes. Говори, когда будешь готов. Flying Khajiit? What can stop us now? Кулан ведет судно по небу над Эльсвейером. В дюну? Сундуки здесь, да, такие. Блин, кстати, классно здесь. Я бы даже здесь жил атмосферно. Кстати, чисто просто. Круто. Ну что? Что происходит? Unleash the Warcats. The Thalmor are attacking the supply post. Что, боевые коты? Just hurry and intercept them. Какие боевые коты? Что ты... Ладно. Все-таки пустыня. Я очень хочу пустынный Эльсвейер. Джунгли, лес — это круто, но пустыня прям будет, мне кажется, мега красивой. Вначале было, да, неплохо, когда мы на перевозке, там надо было побить бандитов. А? О, да. Это оно. Тут, правда, опять же война началась, поэтому особо не...
И поскрыть ничего, что я не могу здесь лезть? Серьезно? Это дракон. Мать твою, ладно. Потом. Об этом просто потом. А вот и гиены, кстати. А, ну конечно, в пустыне они были. Так, Таумар, поправляй мне. Где ты? Вот и мясо гиены нашел. Так что с троллем проблема. Какие-то проблемы. Фу. Так, ну у них даже денег нет. Они какие-то бедные. Так, ребят, секундочку. Во-первых, наилучшее зелье лечения. Во-вторых, мясо гиены. Все, да, теперь мы сможем разобраться со Слоудом. Какого черта я видел вдалеке? Это что такое? Это огромное... Просто посмотри на них. У них еще глаза красные. Правильно понимаю, что мне к ним? Похоже, на это место совершили набег. Мы вовремя подоспели. Yes, but many supply posts have already fallen to just the Carlenial. I'm sure that bastard had already left this area when he defeated his patrol. Что это за место? This is the deep desert, my friend. This is my caravan supply post. Пост снабжения? Yes. Caravans come here to stock up on water from the oasis. Какой оазис? Это место выглядит бесплодным? Oh, the oasis. It's hidden. It's through the passage in the back. Джеликир, я только сейчас обратил внимание, не знаю почему. Какого черта у тебя деидрический топор? Ладно. Так, ну за проходом, как я и думал. Только за другим проходом. А, подожди, как тут карта выглядит? Ну вот надо вот, вот туда идти, я так понимаю, все-таки, да? Как же мне это не нравится идея. Как же мне не нравится эта идея. А что если это не дракон? Я не хочу к ним идти. О боже, какая мерзость. Такая слабая. Тихо, птица. Спокойно. А, подожди, или вон туда. Секундочку. Дай я хоть посмотрю, что это. Ну, похоже на огромного коруса просто. О, нет. О, нет. А этот череп, короче, не череп, а скелет. Селигондр. Он мега похож на огромного, видимо, селигондра. Ага, ага. Давай панцирь яйца возьму. Покажу Ауриену, он охренеет от того, что я видел. Построим в зоологическом отделе такой экспонат. Мне кажется, все просто офигеют. Какая ты мерзкая хрень. Так, по-моему, мне все-таки туда. Но я уже, поскольку сюда дошел, хочу посмотреть. Стоп. А это я бонитовый. Не-не-не, подожди, у меня, кстати, это бонитового, по-моему, топора. Меня как бы деидрически немного удивил, что тут у каджитов есть деидрические вообще вещи. Так, что я мастера не открою? Конечно. Ать. Почти 100 уровень взлома. Долго, конечно, качать, но...
Рано или поздно это произойдет. Большие рога. Куда я иду вообще? У меня есть ощущение, что мне сюда... Не надо сейчас, я пришел сюда только ради сундука. Ну, зато убил селигондоров. Абсолютно мерзких. Я боюсь представить, каким был вот этот селигондор. Но это не похоже на дракона, потому что вот эти вот кости... Вот эти. Это непонятно что. То есть как раз вот по форме... Селигондров, наверное, подходит, да? Потому что вон у них есть, типа, как лапы. И вот он, наверное, брюхом вверх лежит. В задницу. Не хочу здесь находиться ни секунды больше. Я, конечно, хотел пустыню, но не такую. Давайте быстрее разберемся с юстициаром и будем отсюда сваливать. Джунгли как-то поприятнее, да? Пауки поинтереснее явно. Блин, а у гиен нету, наверное, да? Я крутую вещь поставил, но тут, наверное, в Элисфейре не работает. Короче, у нас теперь у всяких зверей по типу волков, медведей, лошадей. Все, кто, по идее, имеют шерсть, теперь реально имеют шерсть. Когда вернемся в Skyrim, я обязательно это покажу. Выглядит, конечно, не как Nvidia Hairworks, но тоже довольно симпатично. Будет странно, если я попытаюсь сюда вызвать дракона. Мне кажется, да. Но почему бы не попробовать? Так, а где у меня дюрнивер? У меня там души, в принципе, есть. Сейчас мы... Так, вызов дюрнивера на 3 души. А-а. Не прилетит он сюда. Я здесь. Ты дура, конечно. О! Нет, там морский волшебник. Это не юстициар. А почему метка была? Как ты еще жив? Знай свое место, вот именно. Знаете свое место, Талмарце. А не нападайте на всех подряд. Это не здесь, все-таки нет, наверное, его тут нет. Он бы уже напал. Ну, тут будет какая-то информация. И мы его обязательно найдем. О важности места. Древние легенды Две мира в честь 3. Стена Мороза. Ну, не занимаюсь магией. Особенно огненной. Дневник юстициара Линеала и кожаная броня там какого-то восстановления. Дневник. Так, дневник, дневник, дневник. Не вижу. Вот он. Дневник юстициара Линеала протекториат Эльсвейра. Я отправил группу людей в лес Тенмер. Предположительное местонахождение еретического лунного сахара. Ожидаю их доклада. Группа, которую я отправил, не вернулась. Похоже, безопасно войти в эти леса невозможно. Тактика партизан представляет опасность даже подготовленным войскам. Потеря корабля очень пагубно сказалась на наших возможностях. Я решил уничтожать лунный сахар, совершая набеги на пункты снабжения караванов. Легкие, но очень значимые мишени. Мы нашли и уничтожили первый пункт поставок. Горящие останки послужили суровым предупреждением контрабандистам. Дозорные сообщили, что прибыло патрульное судно из Тенмара, его заметили вдоль каньона. Воздушный корабль приземлился рядом с пунктом снабжения. Я отправил группу, чтобы позаботиться и о патруле, и о пункте. Моя группа разгромлена. Дозорные сообщают, что на корабле прибыл военный отряд каджитов. Трусы. Трусы? Мои войска слишком слабы, мы вынуждены отступить. Это позор для меня и всей моей семьи. Я должен расквитаться с этими каджитами и восстановить свою честь, даже если это будет стоить мне жизни. Трусы? Каджиты, которые защищают свои территории? Трусы? Что ты несешь вообще? Охренеть можно. Не бойся, малыш, мы тебя найдем.
и припомним за все, что вы делали. Не только с каджитами. Дейдрический кинжал. Мне удалось найти дневник юстициара. Похоже, он сбежал. Что теперь? Бандар! What now? We head back to the Tenmar forest and try to figure out what to do about this, yes? Not enough water around here, just warm sand. Кулан ведет судно по небу над Эльсвейером. Внезапно еще одно судно выходит из облаков и с ошеломительным грохотом сталкивается с нашим. Убывающую луну берут на абордаж. Слушай, ты не против, если я это у тебя возьму? Дейдрический кинжал. Слушай, ну... Во-первых, я не знаю, насколько это честно. Во-вторых, 77, да? У меня Мируни... Серьезно, Мируни сбьет на 58? Прощай, бритва Мируниса получается. Ну, у нее зачар, конечно, неплохой, но... Судя по всему. Теперь я хожу так. Да. Так, а что тут еще есть? Ничего? Так, а... Я готов. Не стоило сюда приходить. Вау. Ребят, вы как раз идеально пришли на проверку моего нового кинжала. Четранах. Там маги заколебали. А я к вам. Как ты это пережил? Не хватит. Тебе точно не хватит. Раньше надо было думать. Ублюдки. Можешь быстрее искать, надо попить что-нибудь. Так. Мифический рассвет, комментарий 1. Это дейдрическое что-то? Корабль горит, ничего. Так, надо убить Исисара. Да куда ты ледяного ты сюда призвал? Псих, что ли, совсем? Дейдрический двуручный меч. Еще и с поглощением стамины. Ну, это 100% я беру себе. И еще один кинжал, кстати говоря. Можно просто теперь на дейдрическом... На дейдрическом всем ходить. Неплохо. Как минимум. Только вернуть прицел. Слушай, это было сильно. Проблемы-то еще остались вообще? Или после такого бегства от Талмора? Как-то еще книга валяется. Офигеть. Это было крайне неплохо. Так, и при этом у него стеклянный кинжал есть. Сколько урона просто, чисто ради интереса? Где вот дейдрический 56?
Bloodskull 86, доидрически хуже, чем Bloodskull. Это просто я так слабо бью. Ну, зато теперь есть... Блин, я не знаю, доидрический зачарованный можно повесить? По-моему, там музей не очень понимает хорошо зачарованные предметы. Слушай, ну зато есть второй кинжал, где он? Вот он, в принципе, можно отказаться тогда от этого. И ходить вот так. С двумя доидрическими. А с кем я сражаюсь? Типа того. Похоже на правду. Кто-то еще жив? Как ты... Захлопнись. Умник. Линял мертв. Good. He must have stalked the waning moon here and launched a desperate attack to avenge his Thalmor pride. An attack that failed, Kulan must add. Давай потушим огонь и вернемся домой с хорошими новостями. Ah, yes. Home, sweet home. Кулан везет судно по небу над Эльсвейером. Мне бы отмыться теперь от всего этого. Ой. Неприятная ситуация. Какая-то еще помощь нужна? Perhaps there is something this old Khajiit could use your help with. Jarani, senior mage of the New Elsewhere movement, has been captured by Argonian pirates. И вы хотите, чтобы я помог освободить его? Exactly. The winds of Canardi will carry the waning moon to the Topol Sea. Нет, подожди, стой! Нет, куда? Но я хотел разобраться со Слодом и, в принципе, вернуться. Ну ладно, в таком случае сделаем уже это восстановление. Гость к обеду, поговорить с Куланом. Так, ну с внезапным нападением вроде как все кончилось. Но теперь у нас есть задание с аргонианцами. Ладно, что ж, разберемся с этим тогда уже в следующий раз. На этом пока что закончим. Интересное все-таки дополнение. Мод со мной что-то происходит интересное, да? Потому что отмыться я здесь не могу, воды нигде нет. Мы находимся в пустыне, где сейчас, кстати, я не знаю, куда он там нас привел. Но продолжим помогать каджитам. Вроде как-то более-менее даже неплохо. Вон, два кинжала получили доидрических. Ну так, просто... за бесплатно. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напоминаю, что спонсоры канала получают доступ к сериям Skyrim чуть раньше остальных, а на этом все. Увидимся.